вами, ну, по крайней мере, я, в крайнем случае, просил и запрошивал вас друзья. На митинг за відставку Порошенка. Ну, митинг в Бердянске. Митинг за відставку Порошенка мы проводим. Это для тех людей, которые идут и говорят, что вы тут собрались. Мы выступаем за відставку Порошенка. Але мы с вами поговорим сегодня на все темы, которые нас хвилюют. И в первую очередь, это тема нашего Бердянского морского порта. То, что нам ближе. Тому що ця злочинна влада, а як її по-другому називеш, і Януковича, і Януковича банда була злочинна, і ця банда така сама, ми вже цьому переконалися. Вона не дає дихати нікому, і в першу чергу навіть своїм підприємствам, які працюють на неї, на цю владу. В першу чергу це державні підприємства, які являються морський торговий порт, тому ми сьогодні дамо слово обов'язково всім. А можна без еха? Та ні, ні, там якось. Раз. О, нормально. От, ми дамо висловитися всім. І сценарій нашого проведення нашого мітингу. Сьогодні холодно. Ми не будемо затримувати людей надовго, тому що сама головна задача наша і результат, який ми отримаємо, це зачитаємо резолюцію. До звернення до Бердянської міської ради, до депутатів. От, якщо хто підтримує, я підтримую, то за себе кажу. І я віднесу від себе, від партії Михайла Саакашвілі «Рух нових сил», напишу звернення про те, щоб Порошенко пішов відставку. Це буде резолюція така нашого мітингу, щоб ми щось знали, бачили і так далі. 15 березня. Буде наступна сесія Бердянської міської ради, і ми вимагаємо, щоб вони винесли це питання на сесію і проголосували. А ми подивимося, проголосують, винесуть, не внесуть і так далі. Чому ми сюди зібралися? Ще раз. Значить, те, що відбувається зараз, корупція кругом, захмарні зарплати, крім у чиновників, крім нас з вами. Ми живемо в злиднях, чиновники живуть, уявіть собі, 50, 100, 200, 300 тисяч, до мільйона Коболєв отримує зарплати, більше мільйона в місяць. Це що таке? Як ми можемо, як це називається? Значить, влада перейшла до прямого геноциду нашого народу. Просто людей знищують. Комунальні тарифи – це просто космос. Дороги. Ну, якщо хто має машину, ви, я знаю, що стараєтесь не їздити нікуди за територію Бердянська, тому що таких немає, в городі немає їх дорог толком, і за городом немає дорог. Патріоти сидять в тюрмах. Я нагадую всім, що такий патріот України, як Віктор Камінський, який прийшов в нашу самооборону. Патріот, такий патріот, як Віктор Камінський, з позивним «Жак», який звільняв від сепаратистів, від російської армії міста на сході України. Зараз сидить в Маріупольському СІЗО. Це як приклад того відношення влади до нас і взагалі до всього, що є. Що далі? Добре. Це таке відношення... Таке відношення влади до нас з вами. Тому вже терпіти немає сил. Тому я прошу зараз підійти, у кого є бажання, висказати своє відношення до того, як влада поступає з нами. І про те, що ви думаєте про цю владу. Я вважаю, особисто я вважаю, що влада вже просто не здатна нас з вами почуть. Вона не здатна помінятися, вона не здатна зробити якісь кроки на зустріч людям. Ми не віримо вже в те, що там пройде якийсь там місяць, там, чи півмісяця, чи завтрашнього дня, Порошенко вдруг стане порядочним і буде садити в тюрму
олігархів, буде садити по тюрмам тих людей, які ми знаємо там, Насірови, які украли 100 мільйонів, воно тільки принесло завдатку 100 мільйонів гривень, 100 мільйонів. І воно каже, ви верніть мене на посаду голови ДФС, бо я вже чистий і так далі. Де ти, сволоч, скотина, що взяв ці 100 мільйонів грошей? Та це наші з вами гроші. Все крадеться у нас. Тому я призиваю вас зробити без нього підписи за відставку президента. Немає може, коли як не поміняти цю владу. За можливо відповідну владу. І всі закони треба міняти на користь людей. Ця війна, яка триває вже безкінечно. Скільки ми можемо слухати? Ми вже з рахунку збилися, скільки наших хлопців загинуло на сході. За що вони загинули? Вони загинули за те, щоб Порошенко і його банда наживалися на нас? За те, щоб ганяли контрабанду з Росії? За те, щоб нас грабували, грабували, грабували далі? А люди помирають там. Кожен день. А ну-ка уявіть собі, зараз, сьогодні яка ніч була. На Донецькому кряжі там набагато холодніше, ніж у нас. І оце треба цілу ніч сидіти в окопі, мерзлому, холодному, і сидіти, щоб тебе не приїхали, не підпозла яка-небудь дивізіонна група, бо вони тренуються на нас, росіяни. І щоб нас не порізали, не купили, не закидали гранатами. Це можна? Заради чого це все? Де наш план якийсь, що ми йдемо в якесь наступлення, чи ми освобождаємо Україну, чи ми не освобождаємо Україну. Наша влада не вірить абсолютно нам з вами, народу України, і просто нас знищує. Де тільки ми попадемося їм. Попадаємося ми на війні, там знищують. Попадаємося ми тут, в своїх квартирах, нате вам 2600, нате вам 3 тисячі за комуналку, і нате вам 1500 пенсії. А якщо вам не вистачає грошей, на колінах, вставайте на коліна і повзіть в наші центри, так називаємо соціальні центри, і стойте там перед чиновниками на колінах, і випрашуйте, вимолюйте субсидії. Це що, нормально? Це просто знущання над нами, просто знущання над людьми, які хочуть просто чесно жити. Ми ж не просимо нічого несвітенного, як кажуть. Нам треба зарплата 1000 євро, бо ви нас вже допекли до того, що вже менше на менше не проживеш. Уже потрібна зарплата нормальна, там 30 тисяч, 25, 30 тисяч зарплати, і не трогайте ви нас. Створіть там умови і не лізьте ви до нас. А влада, а владі абсолютно все одно. Я ще хочу що до вас звернутися. Мене, мабуть, не чуть мікрофон, так? Наша балайка поламалась, ясно. Значить, що я хочу сказати? Нас тут дуже мало. І я вискажу це зараз, хлопці, я хотів би порт почути, тому що ми хотіли б усі порт почути, бо ситуацію в порту не всі знають, не всі її там розуміють і так далі до кінця. Хоча ми глобально все знаємо, що вас хочуть знищити, вас хочуть продати, вас хочуть перепродати і так далі, і так далі. Зробити вам зарплати мінімальні. І т.д. і т.п. Я просто хочу за друге сказати. Нас тут дуже мало. І в основному, як би це сказати, зацікавлені люди. Тому що ми, ті, хто служили в армії, були на війні, прийшли, бо ми трошечки хоча б тримаємося кучі. Порт, тому що вам, над вами знущаються на найвищому рівні наша влада. Але ми ніколи не переможемо цю владу, і ніколи ми її не викинемо, і ніколи ми їм не розкажемо всі наші думки. Чому? Тому що нас мало. Щоб нас було більше, треба проводити, вибачте мене, але дуже важку роботу. Треба ходити і говорити своїм родичам, розказувати, що не буде по-другому. Треба тільки приходити сюди, треба тільки виступати. От бачите, скільки людей ходить навколо нас. У них що, все хорошо? У них що, хватає зарплати, їм хватає, їх ніхто не принижує, вони не стикаються з корупцією, вони стикаються, бояться, перелякані, зашугані, вони раби, просто раби. Оце рабство треба видавлювати. І ми, дякую вам, що ви прийшли, ви якраз і є ті люди, які повинні бути провідниками оцих всіх ідей. Значить, тепер я вам розкажу про те, як
Чому так треба робити? Чому треба збирати людей? Тому що я зараз на сьогоднішній день представляю партію Саакашвілі «Рух нових сил». Так от, коли ми були на зустрічі Саакашвілі і спитали йому, ну що далі, ну скільки можна хороводи водити, скільки можна збиратися, а що толку, а їм плювати, цим Пономарьовим, там, Ахметовим і так далі, цій партії, їм плювати на нас. Він, давайте щось робити, давайте закидаємо коктейлями Молотова, давайте гранати кинемо і так далі, що-небудь таке зробимо. Він каже, не можна цього робити, тому що ми так втратимо Україну. Треба тільки з великою кількістю людей змусити цю владу піти, а нам самим вибрати нових людей. Тому що він каже, нема проблеми. Зараз 500 автоматників візьмуть Верховну Раду, міліцію, таможню в Києві. І все буде наше. Ну так само, він каже, забере Труханова. У Труханова в Одесі вже, каже, є 500 автоматників. Вони заберуть і скажуть, ми вже Одеська республіка. В Запорожжі банда Ахметова. Скаже, ми вже Запорожська народна республіка. І не буде України. Тому, він каже, треба виходити, тільки об'єднуватися усім силам, які розуміють, що ми хочемо жити в нормальній країні. Треба об'єднуватися і виходити на Майдан. Я думаю, що це не останній наш Майдан. Я зараз слово надаю нашому побратиму і голові громадської організації «Справедливість» Олешко Віталію. Приветствую всех. Несмотря на мороз, нас каждым разом собирается все больше и больше. Сразу варюсь. Все, естественно, собрались по сарафанному радио и по интернету. Поэтому сразу предложение следующие митинги информировать людей через средства массовой информации. Как-никак у нас есть телеканал целый, коммунальный, да, то есть, который принадлежит всем нам. И я думаю, они не откажут нам в освещении данных мероприятий и анонсе данных мероприятий. Я думаю, нас будет собираться в разы меньше. В разы меньше, когда мы все-таки сметем эту власть, и она уйдет в историю, и мы наконец-то заживем и начнем строить нормально наше государство, которое на данный момент является только на документах, к сожалению, и номинально. Потому что на данный момент государство как институт Украины отсутствует напрочь, и вы все это чувствуете и знаете. И работники порта, которые сейчас пришли на этот митинг, прочувствовали это как никто в последнее время, когда была зарплата 25 тысяч, потом влезли какие-то перцы непонятные, с непонятными предложениями. Перешли на четырехдневку, и зарплата упала до 4, а то и меньше. Вот. О чем я хочу сказать, что когда задевает лично каждого через карман, через кошелек, начинает доходить. Почему люди боятся выходить на улицу и вообще хоть слово сказать против? Ну, наверное, это наследие коммунизма, наверное, это наследие большевиков и так далее. Не знаю. Знаете, самое главное, мы, конечно, можем выходить в маленьких городах и требовать отставки и президента, и правительства, и так далее, да? Но они за 1000 километров, и вряд ли они нас услышат, так как не слышали все эти годы. Я считаю, уверен, что мы должны начинать реформировать и какие-то перемены действительно снизу делать. Много можно примеров рассказать, опять-таки, о которых бердянцы, даже находясь в маленьком городе, не знают. То, что ряд общественников пытается делать в этом городе. Через тот же Дорачий комитет, к слову, будет сказано, более 100 вопросов активисты Дорачьего комитета подняли перед местной властью. Если вам интересно, я кратко расскажу пару моментов, да? Потому что Киев далеко, а вот оно, тарифы, вода, отопление, но все рядом, и мы все платим. Это здесь, на месте. Например, когда задаешь вопрос директору горводоканала Македонскому, как ты собираешься поднимать зарплату 4000, когда он жалуется, что у меня работать никто не хочет, разбегаются люди, на 4000 не хотят работать. На вопрос, как вы собираетесь, Александр Валерьевич, поднимать зарплаты до 15, 20, 25 тысяч, то есть до приемлемого минимума хотя бы, да, по нынешним ценам, по нынешней ситуации. Тарифы вы будете до 100 гривен поднимать, так у нас и так самые высокие, там 40 гривен, да,
чем по всей Украине самый высокий тариф. Вы до 100-150 гривен за куб нам поставите для того, чтобы людям поднять зарплату? Или все же начнете менять трубы и уходить от утечек и так далее, да, реконструировать те теплосети, которые достались нам Советского Союза и так далее? Молчание, максимум, что могут, это развернуться, уйти и не ответить на этот вопрос. У них просто нет ответов на подобный вопрос. Когда мы поднимаем вопрос, подняли по теплосети, мы 3 месяца добивались первого собрания комиссии, на которой тут же власть попыталась уйти в сторону, но мы все равно добьемся своего. И будем привлекать людей к этому, волонтеров. Предстоит огромная работа. Задача стоит в следующем. Каждый житель знает, у кого автономное отопление, у кого нет. Те, у кого нет автономного отопления, платежки приходят 2-2,5 тысячи гривен. Сосед с автономным котлом на той же площадке с такой же площадью платит 500-700, там, в 3-4 раза меньше. Поэтому, одна из задач общества Бердянского, мы говорим только за Бердянск на данный момент, ну я лично говорю, то, что близко к сердцу мне и понятно, это именно реформирование ЖКХ полное. Это и маршрутки, это и дороги, это, ну, целый комплекс проблем. Я считаю, что с этой властью, ну я не знаю, мы делаем все возможное для того, чтобы, ну, хоть чуть-чуть сдвинуть ситуацию с мертвого места, чтобы прекратить повальное воровство и безалаберность. На крайней внеочередной сессии объявили, ну, к примеру, там, ремонт остановки за 25 тысяч, ой, за 10 тысяч долларов, 200 с чем-то тысяч гривен, ремонт 20 квадратных метров остановки на Азмоле, люди добрые. Ну, кто сталкивался когда-нибудь с ремонтом, понимает, о чем речь. Что такое квадратный метр, больше 10 тысяч гривен ремонт? Это какие там золотые, надо плитку ложить или краской куда-то золотой красить, да? То есть уже не гнушаются ничем, даже местная, я говорю о местной власти. И таких примеров масса. Поэтому мы, безусловно, будем требовать отставки и президента, и правительства. Вопрос в том, кто придет на смену. У всех один извечный вопрос. А кто следующий за Порошенко? Пока этот ответ сложно ответить, потому что недоверие массовое у людей ко всем политикам. Да? Мы видим рейтинги Порошенко, и на манеже все те же. Тимошенко, Порошенко, Ляшко, Бойко. Все. Это все, что нам дает телевизор, все, что нам дают эти дутые рейтинги непонятные. Поэтому с этим будем разбираться, как бы сказать, в процессе. И, ну, в общем-то, в завершение еще раз хочу подчеркнуть. Киев – это хорошо или не очень, но проблемы канализации, проблемы воды, проблемы теплосети, проблемы тарифов, дорог, тротуаров – это то больное, что предприятий коммунальных, зарплат на этих предприятиях, условий труда и так далее – это то, что касается вот конкретно нас, и мы должны решать эти задачи здесь и сейчас. Потому что завтра уже невозможно с тем ЖКХ, которое вот уже есть на данный момент, все, это катастрофа. Поэтому… Да, спасибо. Кто вот кто Витпорта выступит? Коля. Я в очередной раз хотел бы поблагодарить всех активных людей. Нас все больше становится. Это очень хорошо. Было мало, стало больше. Станет еще больше. Мы приложим усилия. Дело в том, что тяжело. Тяжело будет бороться, но надо бороться. У нас выхода нет. У нас нет альтернативы. Нельзя отдать такой хороший город, отдать барыгам, блин. И кому попадя этот город просто отдать. Жалко. Его созидали не они, строили не они и развивали не они. Развивал народ. Отдавать мы просто, ну я не знаю, мы должны бороться до последнего. А бороться, борьба каждого заключается своя, как говорят. Ну, мы будем поактивнее бороться. Надо хотя бы сейчас, на данный момент, каждый из вас, хотя бы 2-3 человека переубедил в нашей правоте. И у нас станет уже больше. Да, будет отсеиваться, но я думаю то, что в конечном итоге мы будем решать. Мы будем решать, потому что у нас все-таки плечи покрепче, я вот смотрю. И они одни и те же, и лица одни и те же. То есть уже люди проверены. И
когда мы будем идти на баррикады, по крайней мере, мы будем чувствовать сбоку, сзади, со спины, спереди, причем проверенного друг друга. А те, кто сюда придет просто пропиариться или присосаться, ну, я думаю, лучше не надо. Пусть лучше посидят где-то в сторонке, а мы будущее выберем за них. А что делать? Они не хотят его выбирать. Молодежь не хочет, она проще уехать. Но все равно, я хочу, чтобы мои дети, ваши дети, внуки жили здесь, на этой земле, развивали ее и работали и сами на себя, а не потрачили на панну. То, что мы будем добиваться. Ну, лично от меня, от портовиков, благодарность людям, которые тоже поддерживают порт. Это, ну, очень приятно, что мы все-таки одно целое. И хочу тоже портовикам сказать, что не одним портом мы будем... Борьба заканчивается. Наша борьба должна продолжаться чем? Мы должны бороться за город. Закончим борьбу за город, будем бороться за страну. И так поэтапно мы дойдем все-таки туда. Пусть это будет 10 лет, пусть будет это 5 лет, но мы будем все равно чистить эту прогнившую дорогу для наших детей и внуков. За ними будущее. Это дело в том, что должен каждый понять, что мы строим это для наших детей и для молодежи. И если кто-то думает, что мы строим это для себя, и мы тут проплачены, ну, глубоко ошибается. Кто хочет, тот проходят люди, потом будут в фейсбуках писать, в соцсетях, да вот, вот так. Приходите, мы будем общаться, хоть собираться, хоть каждую неделю. Какая проблема выйти на час, на два вот сюда и пообщаться? Нет проблем. Пришли, пообщаться. Настя правильно сказал Виталий. Вот так вот проблем. Проблем выше крыши. Ну, их надо решать. Они сами не рассосутся. Значит, эти проблемы должны мы решать за кого-то. Хорошо. Если люди не хотят сюда больше идти, значит, мы будем за них решать. Они отдают нам свою волю в наши руки. Мы тогда будем решать. Но пусть потом эти люди не плюют нам в спину. Что вот видите, а мы порешали, а вот они не хотите решать сами с нами. Будем мы решать. Пусть нас мало. Но, как говорят, мы в рябчик. Нас уже оно, дело в том, что вот так стоит. Значит, будем что-то делать. Будем что-то делать, будем добиваться. Под лежачий камень вода не бежит. И в итоге я дело в том, что, ребята, могу сказать одно. Ну, если какие-то проблемы, приходите со мной общайтесь. Я буду приходить общаться. Но нам надо сбиваться до кучи. Нам надо, я же говорю, становиться плечо до плеча. И тогда будут проблемы решаться быстрее. А если нас будет 5 человек по заулами, ну ничего не получится. То есть мы будем бороться за город, будем бороться за страну. Я думаю, что мы все-таки победим. Не сегодня, а так завтра. Была бы поставлена цель и было желание. Будет желание, я думаю, будет все решаться. Не будет желания, ничего не будет. Спасибо всем. Слава Украине! Я хочу буквально кратко дополнить Николая. Смотрите, в чем дело. Политики нам всегда все время рассказывают, они лезут, это дело грязное, политика и так далее, и так далее. Да? И всячески пытаются отговорить людей. И оно действительно грязное. Та политика, которая существует в нашем государстве на данный момент, это действительно грязь, повальная ложь, повальное надувательство. Иногда даже поражаюсь этим политикам, как они могут в этой лжи бесконечной жить. Но в то же время, по опыту нашего общения небольшой группы активистов с местными властями, понимаешь, насколько это на самом деле просто. Когда они тебе врут постоянно и путаются в этом вранье, а ты говоришь правду. И мне еще не остается, как, ну, максимум, как мэру, там, встать и выйти, типа, с гордо поднятой головой. Все, это максимум, что они могут сделать. Поэтому, когда вас начинают отговаривать и говорить, не идите в политику, нет, а вранье. Хочу сказать наоборот, совершенно противоположно. За неимением лидеров сами становитесь лидерами. Згуртовывайтесь в маленькие кучки, вы знаете друг друга давно, вы знаете, кому доверить, своему соседу, своему там, бригадиру, своему члену, там, я не знаю, громадской организации и так далее. Сами, наконец, берите, идите, не верьте никому, идите сами, становитесь депутатами, мэрами. Участвуйте в выборах там, микрорайонов и так далее. Проявляйте активную позицию. Это единственное, что мы можем сделать. Если нет доверия к политикам, идите сами в политику. Каждый должен взять ответственность на себя. Не переложить ее на другой, прийти флагами, помахать и сказать, политики за нас все это сделают. Ничего подобного, обманут в очередной раз. Не верьте никому. И настраивайтесь на то, что не только сюда выходите флагами махать и скандировать «Слава Украине» и петь со слезами гимн, а идти и работать во власть. И менять к чертовой матери этих политиков на себя самих.
Слава Украине! Героям! Вы знаете, вот местные жители Бердянска знают, что у нас город очень тяжелый. У нас здесь очень сильно много поприезжало пенсионеров с России. Все, идет очень сильная агитация. Вы знаете, едешь в автобусе и слушаешь, как там некоторые люди рассказывают, какие все плохие, какие власти плохие. А мы молчим, многие молчат, патриоты. Нам надо всех останавливать, их разговоры вот эти плешивые, которые они ведут. У меня лично один расклад. Я слышу разговор в автобусе, мужчины разговаривают. Я говорю, ребята, о чем вы здесь шепчете? Вы что, бабушки, старушки? Идите к исполкому, идите собирайтесь. Вам не нравятся тарифы? Выйдите на площадь, потребуйте тарифы. Почему воины, которые мы находимся, например, кто воевал, да, мы имеем какие-то преференции, мы можем меньше платить. Но мы сюда выходим. За кого? За них. Из-за этих людей простых выходим сюда, чтобы для них было хорошо. Чтобы было хорошо для наших детей, для наших потомков. Они все сидят молчат и все умничают. Мы должны их ставить, понимаете? Людей надо учить, раз они не понимают сами. Хотя бы пытаться это делать. И если мы будем это делать, не будем молчать. Знаете, им выгодно власти, чтобы мы молчали. Они все философы очень красиво говорят, очень умно говорят. И некоторые нахватываются, и это доносят до людей. Мы тоже должны говорить. Мы должны говорить красиво и правильно говорить. И на своем примере показывать. И в первую очередь мы должны трудиться. Знаете, я добавлю Василия. Теперь. Смотрите, что он сказал. Интересную фразу. Мы выходим сюда для того, чтобы было для них хорошо. Чепуха хлеба. Пусть каждый выйдет за себя. Вот я лично выхожу не за тебя, не за тебя, не за тебя. Я выхожу сюда за себя и за свою дочь. И не надо никого обманывать. Вот политики нас обманывают, выходят нам и рассказывают. Проголосуйте за меня, я для вас делаю хорошо. Нет, там он делает для себя хорошо. Почему я говорю, что каждый может на митинг выходить, а идти во власть. Если не во власть, то есть и кого делегировали своих там здоровых друзей, ты кого доверяешь, реально вот ты его знаешь, да, во власть. И не слазить, и не то, что развернулись и пошли рыбу ловить. А он там что хочет, его окучили, его же коллеги и так далее, и все. И он потерялся, и потом ходит даже не поздоровается с тобой. Вы должны, мало того, как и всегда в жизни, мало того, что ты должен что-то сделать или организовать, ты еще должен проконтролировать эту работу. А мы, получается, не контролируем мы. Вот мы их выбрали, галочку поставили и считаем, что мы уже справились с этим, да? И считаем, что мы наши уже справились. Наши идут, наши, наши. Ура! Это не ура, это сила. Ура! Ну вот, мы не одиноки, мы говорили, что мы тут вот собрались и все. Ура! Ура! Ну, Бердянск сюда, кстати, отличался активностью. В 2014 году, помню, мы побили все рекорды автомайданом. 96 машин, нам киевляне одесситы завидовали белой завистью. Говорили, ребята, мы в Киеве не можем 30 собрать, а вы 96 собрали. Поэтому Бердянск сюда... Бердянск пуп земли, на самом деле, мы это докажем на деле. Ты что, смотри, сколько. Ну, хай они просигналят, а я пока попрошу наступного спикера. Я хочу, чтобы выступила прекрасная женка, патриот Украины, Хаджийска Надія. Надія, пожалуйста. Да. То есть, все, выходите. То есть, услышали, да, вот мысль, которую я пытаюсь донести. Не знаю, может, я не прав. Относитесь к этому, как хотите. Я всегда говорю то, что лично я думаю, а не кто-то говорит. Идите в политику за себя. Выходите на эти митинги и вытаскивайте людей за себя и за своих детей. Слава Украине! Героям слава! Я на останніх виборах президентських голосувала за Порошенко, тому я відчуваю себе причетною до його президентства. Але я не хочу сказати, що сьогодні я відчуваю сором. Ні. Я голосувала по совісті, я голосувала за того, кому повірила. Але я сьогодні відчуваю прикрість. Я навіть обурення. Я себе сьогодні відчуваю ошуканою, зрадженою. Спочатку я намагалася завжди виправдовувати нашу владу. Почали хлопців саджати в тюрми. Хлопців наших, захисників, за то. Ну, думаю, ну може... Ці зірви голови легко стають героями на війні, але не можуть пристосуватися до звичайного життя. То вони їх ізолюють, то вони їх полікують, і кожному знайдуть достойне місце.
От вони герої, вони ж боронять Україну і нас з вами. Потім, коли почали на місцях, на владні місця ставити, на керівні посади ставити сепарів, спочатку шок, а тоді думаю, ні, ну, може щось, це може така тактика, бо патріот ніколи не стане під рашистський прапор. А може це тактика, аби змусити сепарів працювати на владу, аби так стулити їм пельку. Але сьогодні я вже не можу виправдовувати, що робиться. Я не бачу нічого. Сьогодні кожен крок влади мною особисто і багатьма сприймається як такий, як зрада, як такий цинічний. Насмішка, знаєте, над нашим терпінням, над терпінням нашого народу. Може когось смішать оці вистави із Саакашвілі? Я не бачу нічого кумедного в тому, що людину, яка стала всесвітньо відомою, і за того, що вона, будучи президентом однієї з найкорумпірованіших держав, подолала цю корупцію. До речі, це самий головний сьогодні ворог нашій державі, нашій Україні, який роз'їдає Україну ізнутрі. О, Саакашвілі – це перший друг України, це перший ворог Росії. І от так поводитись з такими, як Саакашвілі, то це вже цинічний насмішка вже над всіма друзями України, над всіми ворогами Росії. Спочатку я, як всі у нас у Бердянську, я бачу і в Україні багато, думала, ну на що ви ходите сюди, на ці протести, що вони дають взагалі? Взагалі я тільки розтрачую свої нерви, я тільки вкорочую собі життя оцим всім. А тоді ні, ви знаєте, я зрозуміла, ми не маємо права мовчати, ми маємо виходити, аби кожним своїм словом, кожним кроком, кожною дією, кожної хвилини доказувати і показувати і той владі, яка сьогодні, і той, яка збирається на наступні вибори, що ми не здамося, ніколи не здамося, ми завжди знайдемо в собі сили, аби боротися проти беззаконня в нашій Україні. Ми достойні гарного життя, наш народ талановитий і працьовитий. Але ж, розумієте, ми маємо визнати, що не тільки ці майдани, не тільки ці протести винні, не допоможуть вони тільки протести, вони не зможуть нам допомогти. Ви розумієте, що ота зайорзана вже фраза, що почні з себе, ну вона дуже багато коштує, розумієте, вона дуже вагома. Тому що кожен з нас має віднайти в собі сили, аби притримати в собі отам того, знаєте, такого пихатого гетьманчика, який тільки хоче критикувати і керувати. Ми маємо в собі виховувати відбудовника, працівника. Ми маємо самі в собі виховувати толерантність, розумієте? Тому що оцей роздрайв – це другий ворог, внутрішній, після отої корумпованої, отої, не знаю, олігархічної окупації, тероризму отого олігархічного над нашою Україною. Так, ви розумієте, чому ми такі всі? Та тому, що ми стільки років живемо по цією окупацією олігархічною, що ми вже, у нас вже, знаєте, якийсь синдром, як отой, як отой стокгольмський, розумієте? Подібний до того стокгольмського, нам важко. Важко від нього відійти. Ми маємо розуміти, що корупція, вона сама не піде. Ота кругова порука, яку ми самі відомо. Її хтось прикриває. Так, друг – це святое, але після закону. Так, він кум, він сват, він брат, але після закону ми маємо виховувати в собі повагу до закону. Зрозуміло, що закону ми не бачимо, він не діє, але повагу до нього ми маємо виховувати. Бо як він задіє, його немає, ми його не виховали в собі, немає ніхто, ні ми, ні діти, ні наші, ніхто його не має.
Ну, і взагалі, вибачте, я хвилююсь, бо я... Так, але все одно ми з вами зробили перший крок, бо визнати проблему – це вже зробити перший крок для її вирішення. І ми вже не маємо права останавливатися. Так, ми вирішимо це. Хочу сказати, що особисто я, і думаю, всі, хто тут зібрався, ми всі віримо, що ми подолаємо цей крок. І наші діти ще з вами пишатимуться. Ми ще будемо, а не тільки наші діти. Ми повинні жити, а не наші діти. Слово, дякую, Нанечка. Слава Україні! Олігархів на нари! Я хочу надати слово одному із активних учасників роботи, яка йде під ковром, отам з цією бандою. Сергій Кисіль, який постійно воює за кожного з нас. Він ходить на тендери, він знає, скільки вони крадуть. Але я хотів би, щоб він сказав, що шановні, звернуся до вас, дайте мені свою підтримку, тому що я сам не можу їх перемогти. Послухайте, давайте його послухаємо. Здравствуйте. Что хочу сказать. Да, говорили здесь, что здесь все мимо проходят, нас мало. Но почему нас мало и почему все проходят мимо? Потому что, во-первых, нас мало, потому что сколько мы не бьемся с нашей властью, чтобы нам дали доступ до нашего коммунального телевидения, нам доступа не дают. А то, что мы через Facebook и таким сарафанным радио оповещаем о там, каких-то акциях, митингах, вот это и результат нашего количества. А почему проходят мимо люди? Не потому, что они там как рабы там, или еще чего-то, или боятся. Ну, большинство проходит, потому что от своего безразличия. Вот мы дома, да, мы можем сесть на кухне, мы можем сесть за Facebook и можем возмущаться до предела там пульса, что у нас все плохо живется, что нам плохо живется и так далее. Но дальше, чем Facebook и дальше, чем кухня, мы не выходим. Опять-таки, это безразличие. Потому что многие люди, вот у нас система так сломала нас, что многие люди, ну, разуверились в своих силах. Мы уже несколько лет, вот мы с 2014 года здесь все на таком же Майдане перезнакомились, объединились. Мы с 2014 года ходим, контролируем нашу местную власть. И иногда бывает, знаете, руки опускаются, потому что, ну, перемалывает эта власть. И, соответственно, люди перестают в себя даже верить. Что сказал Виталик, вот надо становиться политиками. Отчасти правильно он сказал, потому что, ну, я хочу сказать, знаете, что у нас местное самоуправление, наши же депутаты местные, которые должны заниматься самоуправлением, которые должны развивать наш город, они же сделали из самоуправления политику, превратили. То есть это на самом деле не есть политика. Приходишь, ты хочешь стать депутатом, чтобы улучшить качество жизни в городе для наших горожан. А все это перекрутилось в политику. Да, на самом деле мы боремся, мы ходим, создали дорадчий комитет при нашем городском голове. Но опять-таки, как сказал Виталик, из 100 вопросов решили только 5 вопросов. Мы 2 года у нас этому дорадчему комитету. Да, нас поддерживает на словах мэр. Нас поддерживает на словах секретарь горсовета, но дальше слов, они ничего не делают. Мы не можем добиться элементарного, мы не можем добиться, чтобы организовать там отдел мониторинга, ну это так частный случай, но тем не менее. Мы не можем добиться прозрачности, как тратятся наши деньги. Мы не можем добиться, чтобы был для этого создан отдел мониторинга, там за работами, по ценам, чтобы мы, громада, видели. Там, как, допустим, Экотранс покупает и у кого покупает там, ну, по цифру для улиц и так далее. Вопросов очень много. И на самом деле, да, нам надо объединяться, нам, потому что, ну, нас на самом деле, активных нас вроде много. Но чтобы мы вместе встретились и пошли на сессию горсовета, чтобы мы пошли там на депутатский день, на какую-то комиссию, чтобы потребовали от наших депутатов какой-то справедливости, потому что они там кулуарно решают свои вопросы, голосуют, а мы остаемся в стороне громада. Бывает даже, что, ну и зачастую, что наши интересы они не рассматривают, они только преследуют свои интересы. Поэтому давайте объединяться, давайте
ну, там, друг друга поддерживать. И будем строить здесь, хотя бы в нашем городе, давайте построим, чтобы наш город развивался, рос, чтобы здесь было качество жизни в нашем городе, чтобы бердянцы себя чувствовали здесь намного лучше, чем сейчас. По той же теплосети, по тем же горводоканалам и так далее. Ну, у меня все. Слава Украине! Героям слава! Можно добавлю? Можно? Одно слово. Дело в том, что вот человек рассказывал, да, наши вот эти ребята, которые ходят, дарящие комитеты, все. Если у них будет поддержка здесь людей, здесь будет поддержка людей, и это надо всем доносить, там будет легче разговаривать. Раньше у них поджилки тряслись у всех, а сейчас туда зайти, они тебя чуть ли не посылают оттуда. Вот когда здесь будет стоять 300 человек для решения вопросов городских, а там будет нарадчий комитет, и там будет власть, и тогда там будет сдвиг. До этого, пока мы здесь стоим, а остальные сидят, разговаривают, толку не будет. Будет. Не, мы должны это сделать. Будет. Мужики, значит, ситуация такая. Уже мы 50 хвилин у нас митинг. Послухаем еще одного спикера. Чи є ще ж бажаючі? Я хочу слово надати. Ми ограничать не будемо, будемо до вечора мітингувати, хлопці. Виходіть, розказуйте. Ми хочемо услышати ваші мислі. Я хочу надати слово патріоту України. Свої-то мислі ми знаємо, ми ж общаємося постійно. Хочеться вас услышати, що ви себе думаєте. Я хочу надати слово патріоту України, жінці, яка... у якої душа горить, так як і у Надії Харківської. Полянська Ельміра, вона постійно... Я запрошую вас, підходьте сюди. У неї вона хотіла багато що сказати, але я не знаю, скільки вона не готова. Я спеціально їй, це була провокація. Нехай вона скаже пару слів, тому що ми з нею, і ви всі з нею, ми знайомі по Фейсбуку, ми знаємо її громадянську позицію. Я хотів би, щоб почути її відношення до ситуації з відставкою і взагалі ситуації по місту Бердянська. Доброго дня всім. Ну, украинскую, мабуть, не буду. Не, лучше, да, лучше российскую, потому что сейчас буду переходить с русского на украинский, пока еще. Да. Ну, во-первых, хочу сказать, что, естественно, вышли мы все правильно здесь. Жаль, что нас очень мало. Опять-таки, сейчас была у меня встреча с моими друзьями, которые сказали, если бы я знала, я бы пришла. Но я, если честно, думала, что они как бы более или менее так спокойно ко всем нашим собраниям относятся. Я говорю, я теперь буду вам всем... сразу информировать в Фейсбуке, буду сразу всем, кого знаю. Есть еще у нас одна женщина, Татьяна Михайловна Татаренкова, она просто, наверное, не смогла, ее, наверное, в городе нет, она бы тоже была. Но я не к этому. Я просто не буду много говорить, я просто всех вас прошу, всем своим одногруппникам, одноклассникам, фейсбуковцам, ВКонтакте, всем сообщайте заранее, для того, чтобы люди даже при желании могли бы выйти, иначе просто, ну, действительно, многие не знают. Если нам не дают говорить по нашему радио, по нашему телевидению, по Бердянскому, значит, будем сообщать всем нашим друзьям, знакомым, кто нам сочувствует, с нами переживает и болеет за Украину, пожалуйста, передавайте всем. Ну, у меня кардинально, не на нары, а на гиляку всех надо их решать. Слава Украине! Значит, невеличкий підсумок зроблю я і звернення до нас з вами. Тільки що сказав, можна вибрати. Значить, сказав Віталій Олешко про те, що кожен повинен ставати політиком. Це дуже правильно. Не треба нікому вірити, що політики це там якісь, значить, хто не може, хто не хоче. Я взагалі аплодую тим людям, хто не хоче, і хто це признає, і хто не може, і хто це признає. Але всі повинні займатися політикою. Ми всі повинні займатися політикою. Тому що політика займається кожним з нас. Ой, кожним з тих, хто ходить і сюди не підходить. І от коли ми будемо з нею займатися, тоді буде результат. Тому задача така. Починаючи з сьогоднішнього дня, з сьогоднішнього мітингу, кожен з вас знаходить кандидата в депутати місцевої ради, кандидата в депутати Верховної Ради, кандидата на мера міста, кандидата на заммера міста, на всі посади, на прокурорів, на начальника міліції, тому що начальник міліції, ми доб'ємося, що будуть тут люди голосувати за начальника міліції, а не з Києва нам призначати своїх бандитів, своїх там підковірних оцих от банду там, тасують цю колоду. Ми будемо, але коли прийде час, ми не будемо знати, а кого ж ставить? Так от я вас прошу,
і вважайте, що це задача кожному з нас. Вибирайте вже, готуйте своїх депутатів, кандидатів, вірніше, депутати, кандидатів в мери, кандидатів на замісників, прокуратура, поліція і та всі ключові посади. Це будуть наші люди, з отих небайдужих, які збираються на Майдані. І оті, хто не прийдуть, хай вибачають. Ми всіх запрошуємо. Якщо ми будемо їх назначати, отак от і буде. А зараз слово я надаю герою України, герою нашого Бердянська, патріоту України, людина, яка провела скільки на нулі, що страшно подумати. Ви немножко ошибаєтесь. Я, взагалі-то, я переселенець. З Донецької області. І я вам, люди, скажу так, бердянці, берегіть свій город. Тому що уїхав я тоді, в 2014-му оттуда, коли якраз був розгар. Заходили їхні війська, і от ці алкаші і наркомани, перші їхні, пішли, а міліція їх охраняла на блокпостах. Вони пішли. А ми їхали на роботу і сміялися, дурачки, пішли, ніде не працюють, хоч на сигарети зшибати не будуть. Да сміялися. Относитесь к своему городу серьезно. И вот эти люди, вот как я вам скажу, вот тогда было так. Я, например, работал в шахте, я в забое хлопцам рассказывал. Это будет Абхазия, Приднестровье, хлопцы, придержите коней. Не будет бесплатного бензина, Россия не та страна. Это задница мира. Что вы чудите? Нет, ты не прав, мы тебе то сделаем, вот только придут, мы тебе то сделаем. Ну я выехал, они сказали, я говорю, будете жить в дерьме. Они говорят, а где ты будешь? Я говорю, а я не знаю, где я буду. Может, вы меня убьете к тому времени. Но я тут не буду жить. Случилось так, что я переехал сюда и пошел на фронт. Вот, смысл в том, что берегите. Берегите друг друга. Патриотов не так уж и много. Там тоже были патриоты, были митинги. Милиция сдала, СБУ сдала. Эти шакалы, граница рядом. Перешли и, короче, сделали замес такой, что у нас очень мало осталось и пришлось уезжать. Смысл в том, что вот это наша страна. Не надо нам ни Россия. Америка помогает, слава Богу, пусть помогает. Но это наша страна. Вот наша страна, мы ее должны беречь. Я тогда достал свой паспорт. Я вообще-то уроженец Пьенинской области. Это меня туда отец завез, ну, маленьким еще. Паспорт достал, там написано, свидетельство о рождении написано, вернее. Украинец. Я его поцеловал тогда. Тогда был Майдан, все. Думаю, слава Богу, что не москаль. И вот переехал, воевал, сейчас я лечу после ранения. Но смысл в том, что правильно собирайтесь, берегите друг друга, новых людей подтягивайте. Но вот этих, что сейчас как бы топят за Россию, смотрите, люди, будьте с ними осторожны, потому что там тоже было очень много нормальных людей. Но там за одни сутки ты на него смотришь, и у него вырастают рогозрады. Вот ты, как патриот, это видишь, а он понимает, что он такой же нормальный, как и был. Это ненормально, они там зомбированные люди. Потому что, ну не могут быть. Мне родная сестра 2 мая позвонила, когда в Одессе были события. Родная сестра звонит. Она рядом, там городок, Торец, Шахтер. Звонит. Что ты, бендеровец, радый? Понимаете? Я говорю, ну если ты больная, лечись. Матом не могу, потому что она старше меня. Вот мне пришлось уехать. Сейчас она щемится оттуда. Пенсию тут оформляй. И звонит. Витя. Я говорю, ну вот, а теперь у вас и связи, я говорю, нету. Ты приехала в Украину, чтобы мне позвонить, говорю. Вот так, сестричка. А как ты топила? Как ты за них топила? Как это все было? Так что забудьте. Россия, ну как, я не против родственных связей. Родственнику позвонил, как живет. Ну вот это, чтобы они сюда к нам приходили с автоматами, это Россия, не надо. Это ворог, однозначно. Да, потому что... Потому что мы их всех перебьем. Украина, она была, это Киевская Русь, она будет, она и есть. Это вообще такое, что... А у них... Вот почему они в Сирии, на Донбассе, они без знаков отличия. Вот я и хожу и по городу со знаками отличия. Я везде хожу, я не боюсь. Они везде без знаков отличия. А это по Фрейду. Это такой страны нету. Вот как говорят, тут есть Украинская республика, да, Украина, титульная это самая, да. Да, нация. Есть Мордовская, есть Удмуртская. Скажите, где есть Русская республика? Нету русского. Нету россиянин, такого нету нации такой. Нет, это не нация, да.
есть Моксель, Мокши, есть вот эти все да, идиотские названия. И нездоровые народы, которые сейчас, они все там подсели на боярышник. Кто знает ту глубинку, это капец. Это алкашня, еще они нам могут хорошее принести. Да, а про нашу политику я вам так скажу. Вот вы, здесь много бойцов стоит, которые эти самые, ну, ветераны. Им действительно, люди с УБД, они могут сидеть дома и не очень-то рассказывать за эти ЖКХ. Но у людей болит, почему? Потому что когда ты на фронте, вот я вам скажу, я еду с госпиталя и вижу... Вот здесь на спортдворец, да, вот такой плакат. Вот такой плакат. Москва, Петербург, а Полтава и Сумы. Вот такими буквами, понимаете? Вот это надо менять. Надо менять. Вот этот, как его, синдром меньшей вартости убирать. Это мы. Мы Украина, мы великая нация. А мог же это так вот. Люди, берегите Бердянск, вот это я вам хочу сказать. Бережете Бердянск, он прижимает фронтовый город. Бережем Украину. Можно покороче, давайте регламент. Все, слава Украине! Героям слава! Смотрите, еще минуточку. Я попытаюсь очень коротко донести все-таки мысль. То, что нам предлагает власть на данный момент, вся, любых уровней, городского, районного, областного, государственного и так далее, это мазью мазать гангрену. Украина и то, что, ну, то, что говорил государство, Украина как институт отсутствует, это гангрена. Понимаете, гангрена. Они предлагают нам замазать мазью. И говорят, что ну вот мы мазью помажем и не раскачивайте лодку, а то нам тошнит здесь. Мы уже столько наворовали, что и складывать уже эта лодка вместе с ними, бляха-муха, утонет не сегодня-завтра. Они все хапают и все тянут. Маленький просто пример на той же теплосети, чтобы показательно, что вы поняли. Мы поднимаем вопрос перед городской властью о рассмотрении в комплексе и постановке вопроса о целесообразности использования теплосети как поставщика энергии, тепла в нашей квартире как такового. Они нам говорят, собирают комиссию, на которую мы настаиваем, для того, чтобы в комплексе рассматривать и вообще сделать заключение, нужна она нам или нет, или всех перевести на автоном, да, распродать эти котельные, на металлолом порезать те котлы совковые 50-летней давности, купить за них котлы и раздать людям. И решить эту проблему кардинально. И город начнет платить не 250 миллионов теплосети оборот, да? Вот, оборот, а в разы меньше. А власть нам предлагает, собирает нас, и власть нам что предлагает? Садит нас за стол. И говорит, мы вот сейчас будем рассматривать 98 домов по счетчикам. То есть ездить комиссию сейчас создадим, и будем по этим подвалам лазить, счетчики смотреть. Мы задаем вопрос, ребята, мы же не за счетчики собрались. Счетчики это мазью помазать, гангрену. А мы говорим, что вообще нахрен его тяпать и выбросить на свалку истории и найти новые источники тепла, современные, экологически чистые и так далее. Понимаете, в чем речь? То есть вот показательно. Когда мы говорим власти, давайте кардинально решать, они говорят, нет, это не подходит, что вы себе напридумывали. Давайте мы вот тут сейчас поставим счетчики на каждый дом и сэкономим вам по 200 гривен. Мы говорим, что платежки надо с 2500 на 700 экономить, а вы нам предлагаете 200. Мы собираемся рассмотреть вопрос, чтобы сэкономить горожанам 150 миллионов. Они нам говорят, мы вот 2 миллиона сэкономили, хорошо радуемся. Понимаете, в чем речь? То есть это постоянная дурилово идет на свалку. Потому что на каждой схеме, на этой, на теплосети, на горводоканале, на этих, на дорогах, там, на ЖКХ, на гробокопании, на всем сидят свои люди, свои схемки, 3 человека в шоколаде, 110 человек в жопе, извините за выражение. Вот мы наблюдаем все это, даже вот эти чищенные, нечищенные тротуары, на которые у нас из 150 дворников только 60. И когда мы говорим, вы что-то думаете с этим делать? У нас грошей нема. Так мы скажем, так у вас 70 миллионов на депозите лежит. И они уже за полтора года назад 70 миллионов, да, и сейчас. И все равно, и опять какие-то отмазки, и опять вот такого вот. То есть, что я хочу донести? С этой властью, как резюме, с этой властью на всех уровнях, вот с этими всеми людьми, которые годами во власти уже вросли в эту власть, начиная от депутатов горсовета и заканчивая Верховной Радой и президента, с ними толку не будет.
Вот не будет. Это как, ну, это как бочку с солеными огурцами туда. Взять любого нормального человека, засунуть в эту клаку, все. Он либо уйдет оттуда, либо превратится в такое же. Поэтому, слава Украине, мы победим. Та система, которая есть на данный момент, она не жизнеспособна, вы должны это понимать. Она просто не жизнеспособна. И мы ее изменим. Нет, все. Дякую. Значит, что я хочу сказать? Мы уже замерзли. Значит, я сейчас читаю звернення и резолюцию нашего митинга, и мы на этом заканчиваем. Потом переходим до кулуарах, остаемся, идем кофе пить один с одним и так далее, обсуждаем дальше. Но уже не на митинге, а? Да, и подписать, мы столик принесли, подійдете сюда, кто готовый подписать это звернення, подпишем. Значит, я зачитаю резолюцию нашего зібрання. Ну, ви висновок ви зробили, да? От Олешка сказав в своєму крайньому виступі, що з цією владою на всіх рівнях ми нічого не зробимо. Це бочка з солоними огірками, якісь помідорами і так далі. Треба тільки їх міняти. Міняти треба з голови. Відставка Порошенка. Резолюція зібрання громадян міста Бердянська від 24 лютого 18 року. Ми, члени громади міста, опираючись на статтю 5 Конституції України, вимагаємо від депутатів Бердянської міської ради терміново внести до порядку денного наступної сесії, яка відбудеться 15 березня 2018 року, питання про відставку президента України Порошенка. Даний проєкт проголосувати на сесії і опублікувати в засобах масової інформації. Звернення буде таким, в такому вигляді. За 3 роки свого правління президент Порошенко не виконав більшість своїх передвиборчих обіцянок. Рівень життя громадян знизився в рази через девальвацію гривні та непомірне зростання тарифів та послуг житлово-комунального господарства. Триває війна на сході України, в результаті якої гинуть наші солдати. Хоча Порошенко присягався вирішити це питання у найкоротший срок. Президент став фігурантом скандалів про офшори та інші корупційні схеми. За часи президентства Порошенка рівень корупції в країні сягнув 1-го місця в рейтингу корупції. А політика Петра Порошенка як президента йде в розріз інтересам українського народу. Отже, з огляду на ситуацію в країні, ми, громада міста Бердянськ, сьогодні, 24.02.2018 року, на мітингу про відставку президента України Порошенка висловили свою недовіру президенту Порошенку та вимагаємо від вас, депутатів Бердянської міської ради 7-го скликання, висловити недовіру чинному президенту і звернутися до нього з вимогою про відставку. Отаке наше звернення. Хто готовий підписати це звернення, будь ласка, підходьте, підписуємо це звернення і закінчуємо наш мітинг. Она просто скреплена степкой. Владимир Ильич. Покажи підпись, я звернуся ще з одним. Я прошу вважати наш сьогоднішній мітинг як майданчиком, який постійно буде працювати. Ми, слідкуйте, тому що в нас немає другого. Нам міде даже висказати нашу позицію, наші болі, наші оці знущання над нами. СМС-ками, ми будемо розтимку робити і так далі, щоб інформувати цих людей.
помадарить, чтоб... Вообще не знала. Думаю, ну-ка даже наши хоть немножечко. Да. Вот эти кубанские шапки. Думаю, с волос. Ты припахал, да? Правильно это. Правильно. Она ехала. Надо же какие-то санкции применять. Постояли. Да, правильно, не надо нагиляться. На гиляку это ласково. Есть управление указано. Да тихонько, люди смотрят. Ты аккуратнее. Погопник приехал, отжал. Ну да. Салям. И желательно без палок. Я так себе подозреваю, я так себе думаю, что это будет нехороший день. Это будет четверг, 15 марта 2018 года, когда будет сессия. И мы можем прийти с вимогами нашими на сессию. Это будет 10 утра. Кто, у кого буде можливість, слідкуйте за рекламою, ми розтамо. Ну, мабуть, це буде 15 марта, тому що депутати дуже ж люблять, коли ми приходимо. І отут під вікнами кричимо, ганьба, і щоб позвали за наші зломи вимоги. Другого варіанту немає. Тому орієнтуємося на 15 марта 2018 року. Четвер, це четвер, нагадую. Ну вони, як оце почули, що я сказав, перенесуть на 16. Я можу палатку поставити їх. Ага, Льох. Вже є, вже є. Так, качество класно. Какое время стримить? Кондопехом будет подписываться. Здорово тогда. Украины ни слава, ни воля. Ще нам, братья украинцы, усмехнеться доля. Зинуть наши вороженьки, як роса на солнце. У своїй сторонці душу й тіло ми положим за нашу свободу і покажем, що ми браття козацького роду. Душу й тіло ми положим за нашу свободу і покажем, що ми браття козацького роду. Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть ворога! Слава нації! Смерть ворога! Україна! Поряд усе! Україна!
дякую всім за місце. Ну тільки давайте більше приходити. Треба... А, по поводу більше, люди дійсно підходять. Не слышат и нет. Значит, на следующий раз мы, если готовимся, то за ними отдаем клип. Стоят там. Мерзнут. Хоть бы расписались, подошли. Бездельники. Да, минус один. Я не знаю, вот тишина. А? Тишина. Вообще не было ни хера. Не, ну видишь, как-то... Ну что, дорогие друзья, провели митинг в Бердянске. Людей пришло, невзирая на 10-градусный практический мороз, более-менее нормально. Ну, как-то так. Боримся дальше. Всем добра. Имущество свое. Раз что ты...